Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Нэнси Ток. Меня зовут Настя. Сегодня мы отправляемся в магазин «Остров чистоты». Расскажу про новый акционный каталог, а также про нововведение самой сети. Теперь здесь можно покупать товары оптом, что выйдет намного дешевле. Присоединяйтесь к просмотру, мы начинаем! Хрустящий картофель массой 70 грамм, 2 рубля 75 копеек. Зефир в шоколаде 3 рубля 89 копеек. Мармелад розно-колеровый 1 рубль 59 копеек. Ну а теперь по поводу акции. Смотрите, при покупке от 3 упаковок, например, зефира ванильного, одна упаковка будет стоить 1 рубль 73 копейки. И чокобой 1 рубль 99 копеек. Макаронные изделия, лапша неаполитанская 2 рубля 11 копеек, масса 350 грамм при покупке от 2 упаковок. Шоколадный Nestlé кокосы в вафлях 2 рубля 89 копеек. Соус Астория чесночный, а также бургер стоимость 2,99 рубля. На акции можно приобрести крекер Здраво 1 рубль 99 копеек. Желе массой 100 грамм обойдутся по цене 1 рубль 20 копеек. Сокосодержащий напиток Еста 1,99 рубля объемом 1 литр. Чай Тесс массой 100 грамм 4 рубля 49 копеек. Кофе Яковс Бариста 10 рублей 99 копеек. И нашла кофе Жокей со скидкой 50% по цене 4 рубля за массу 95 грамм. Кошачий корм Шеба 1 рубль 15 копеек за массу 15 грамм. Переходим мы в детский отдел. На акции представлены трусики для плавания. 10 рублей 89 копеек, 12 штук в упаковке. Далее у нас идет Либера 23 рубля 99 копеек, 50 штук, размер тройка. Детское жидкое крем-мыло Весна 3 рубля 29 копеек, масса 280 грамм. Шаума шампунь гель для душа 2 в 1 7 рублей 59 копеек. Также вот такая замечательная пенка для купания 2 в 1 за 5 рублей 60 копеек. Детский универсальный крем для особо чувствительной кожи массой 200 грамм стоимость 4 рубля 69 копеек. И по оптовой цене можно приобрести каши от компании Белакт. При покупке от 3 упаковок вам будет начисляться скидка 5%. Рукав для запекания Фрекенбок 1 рубль 99 копеек. Фэри стоимость 7 рублей 79 копеек. При покупке от 3 банок финиш ополаскиватель стоимость одной банки будет 16 рублей 49 копеек. 3 сменных блока от Брев Сила Актив 12 рублей и 9 копеек. Сменный блок для унитаза от компании Колорадо стоимость 1 рубль 19 копеек. Дезинфицирующие средства для унитаза Харпик 5 рублей 95 копеек. На акции можно приобрести диффузор 8 рублей 39 копеек объемом 50 мл. А также вот такой очень красивый диффузор стоимость 11 рублей 19 копеек, но уже объемом 75 мл. Мистер Пропер для полов 7 рублей 49 копеек. Средство для мытья стекол и зеркал Клин 8 рублей 35 копеек объемом 500 мл. А вот уже при покупке от 3 банок Мистер Windows цена одной банки будет 1 рубль 69 копеек объемом также 500 мл. Со скидкой 50% Комет 4 рубля 89 копеек. Цена просто отличная. Туалетная бумага Зева 9 рублей и 5 копеек при покупке от 3 упаковок. В наборе идет 8 штук. Упаковочка влажных салфеток Invista в наборе идет 48 штук, цена 3 рубля 19 копеек. Гель для стирки белья Ласка объемом 2 литра 23 рубля и 89 копеек. Капсул для стирки белья Tide 30 штук в наборе 58 рублей 39 копеек. 21 капсула стирального порошка Persil по цене 27 рублей 15 копеек. И 26 капсул стирального порошка Ариэль гипоаллергенного 59 рублей 89 копеек. Кондиционер Вернель 10 рублей 82 копейки объемом 1200 мл. Со скидкой 30% можно приобрести концентрированные кондиционеры для белья. Цена 15 рублей 89 копеек. Хватает примерно на 80 стирок. 10 пакетов для мусора объемом по 120 литров за 2 рубля 89 копеек.
40 ежедневок от Contax на 2 капли по цене 6 рублей 69 копеек. И 10 прокладок на 4 капли по цене 4 рубля 95 копеек. Гель для интимной гигиены Green Pharmaly 6 рублей 99 копеек объемом 370 мл. Подарочный набор от бренда Прелесть 10 рублей 33 копейки состоит из сухого шампуня и незасохшего спрея воска для волос. Жидкая кремыла Весна 1,99 массой 280 грамм. Жидкая кремыла Камей 7 рублей 9 копеек массой 280 грамм. И вот такое мыло объемом 500 мл за 3 рубля 15 копеек. Зубная паста White Glow массой 24 грамма 1 рубль 55 копеек. Аквафреш объемом 75 мл по цене 3 рубля 12 копеек. Бусинки для принятия ванны Fresh Juice массой 450 грамм 7 рублей 25 копеек. И в магазине Остров Чистоты появилась вот такая новиночка. Это соль пена для ванны, цена 11 рублей 15 копеек за массу 480 грамм. Прозрачный солнцезащитный спрей от Garnier 32 рубля 9 копеек. Солнцезащитный спрей для деток по цене 43 рубля 49 копеек от компании Argada. Очень крутые сахарные скрабы у компании Fresh Juice. Сейчас они на небольшие скидки за 8 рублей 25 копеек. За 11 рублей 39 копеек можно приобрести огромную банку геля для душа от компании Syra объемом 750 мл. Гель для душа от Fa 6,45. Антиперспирант Rexona 48 часов защиты 7 рублей 15 копеек. И дезодорант от Allspice за 11 рублей 99 копеек. Ночной крем для лица Черный жемчуг 11 рублей 69 копеек. Очищающий тоник для лица Nivea 9 рублей 65 копеек. Также на акции была вот такая очищающая пенка 3 в 1 с черным углем за 9 рублей 9 копеек. Лосьон тоник от Чистая линия за 3 рубля 79 копеек. Увлажняющий восстанавливающий крем-маска от V-Line Cosmetics за 4 рубля 73 копейки. И тоник-витамин от Народные рецепты по цене 4 рубля 15 копеек. Средство для умывания от Гималая Detox 8 рублей 95 копеек объемом 150 мл. Гель-скраб-маска с черным углем от Vitex 3 рубля 25 копеек. Маска-липолитик для подбородка и шеи от Белита объемом 50 мл за 6 рублей 39 копеек. Также по аукционной цене можно приобрести жидкие патчи 5 рублей 19 копеек объемом 20 мл. Дневной крем от Markel с муцином улитки по цене 6 рублей 35 копеек. Шампунь-кондиционер и гель для душа 3 в 1 чистая линия For Men 4 рубля 10 копеек. Мицеллярный бальзам 4 рубля 29 копеек объемом 230 мл. Шампунь Шампту 8 рублей 19 копеек за объем 360 мл. И на скидке 50% нашла отличную маску для волос от Herbal Essence. Цена 10 рублей 20 копеек. И объем ее составляет 250 мл. Новинка увлажняющая сыворотка для придания объема от L'Oréal 19 рублей 55 копеек. И сыворотка для гладкости волос за 16 рублей 59 копеек. Кедровый бальзам настой для питания и укрепления волос. Секреты бабушки Агафьи 3 рубля 89 копеек. И вот такой шампунь на основе черного мыла за 6 рублей 9 копеек объемом 500 мл. Стойкая крем-краска Сьос 14 рублей 89 копеек. Далее у нас идет Garnier Color Sensation за 10 рублей 89 копеек. Шампунь Pantene для сухих и тусклых волос за 9 рублей 39 копеек. Бальзам-ополаскиватель Assy по цене 17 рублей 79 копеек объемом 200 мл. Бальзам от Head & Shoulders глубокого увлажнения 13 рублей 99 копеек. И вот такая маска 3 в 1 от Vitex по цене 3 рубля 95 копеек.
Мужская туалетная водичка Alan Bray 43 рубля 39 копеек. Camellia Sensation 19,95. Christian Dubois Energy 21 рубль 80 копеек. Атлантика Табу 37 рублей 45 копеек. И Walker White за 16 рублей 5 копеек. Женская туалетная водичка Sunrise 19 рублей 25 копеек. Fluid Fantasy 15 рублей 69 копеек. Малышка Делис 34 рубля 85 копеек. И туалетная водичка Ланде за 14 рублей 66 копеек. Переходим в отдел декоративной косметики. Здесь также можно приобрести выгодный товар по оптовым ценам. Тушь для ресниц Evolution от Luxe Visage 7 рублей 15 копеек. Жидкие тени Metal High при покупке от 2 штук цена будет составлять 6 рублей 79 копеек. Жидкая губная помада Nude Mate тон 19 7 рублей 29 копеек. При покупке от 2 палеток от компании Reluise цена одной будет составлять 22 рубля 59 копеек. Новые жидкие тени от Reluise сейчас на скидке. Тон 25 8 рублей 25 копеек, 32 и 30 за 9 рублей и 25 копеек. Тональная основа Patti Bellore Design 10 рублей 29 копеек. Биски для губ, меняющие цвет 4 рубля 79 копеек. Жидкие блески для губ от компании Eveline Cosmetics со скидкой 50% 4 рубля 39 копеек. И еще одни суперсияющие блески от Vivienne Sabo по цене 7 рублей 75 копеек. И последний товар на сегодня – очень классные пигментированные румяна от Bourjois 23 рубля 45 копеек. На этом, дорогие друзья, мой небольшой обзор из магазина Острова Чистоты подходит к концу. Если вам видео было полезно, то не забудьте поставить пальчик вверх и просто подписаться на мой канал, ведь меня всегда интересно. Я, как всегда, желаю вам приятных покупок. До скорой встречи. Всем пока-пока.